Так, на том же месте, в тот же час, 23 марта, 14 год, Харьков. Здание областной государственной администрации, кордон милиции. Сегодня здесь у нас проходит митинг. Митинги про, будем говорить, антимайдановские. Там он вчера, помимо просто левых сил, серп и молот, серпами и молотами на знаменах, вчера были только они и с украинскими флагами. Сегодня, я вижу, подтянулись уже и с российскими флагами. Ну, как по мне, так коллаборационисты, учитывая, что Крым оккупирован, аннексирован, с моей точки зрения это по-другому не называется. Люди, которые выходят в такое время в Украине с российскими флагами, коллаборационисты. Так, там черно-желто-белый. Ну, это, по-моему, русские националисты. Не знаю. Можете где-то сами уточнить. Так. И сегодня же, сейчас 12.08.09 уже, наверное. Сегодня же возле памятника Шевченко. Бликует у меня экран, не вижу, куда вообще. Сейчас переключусь на. Возле памятника Шевченко должен быть митинг за единую Украину. Сейчас подъедем мы туда. В общем, 12.08.09, это уже 12.10 по Киеву. 23 марта, 14 год, Харьков. 12.13 по Киеву. Тут и левые силы явно вчера, со вчерашнего митинга были эти люди. Гражданский форум «Харьковское сопротивление». Вон и коммунисты появились. Ну, это, наверное, еще не все собрались, кто хотел. Потому как рановато еще. Сейчас посмотрим, как это все сверху будет выглядеть. Тут как раз от ветра спрятаться хорошо, фонить не будет. Ну, я думаю, это только начало. Еще будут подтягиваться. Сейчас подъедем к митингу проевропейскому за единую Украину.
Харьков, 23 марта 2014 год. Шествие за единую Украину. Третьего марта 2014 год, Харьков. Митинг за единую Украину. 12:49 по Киеву.
рассказывают, что это не сексуальную ориентацию Путина определяет, а говорят, Путин геть, Путин прочь, если по-русски. Марта 14 года. Марта, 14 год, Харьков. 13:36 по Киеву. У нас тут два сразу митинга. Один явно пророссийский, видим по флагам. К нему, я вижу, левые силы подходят. Беларусь, по-моему, флаг Беларуси. В смысле, по-моему, это советский еще. Возле памятника Ленина. Янукович, легитимный президент, вижу плакат. Вот так. Честно, не знаю, сколько тут народу, но прилично. Прилично. Ну, милиция тоже достаточно. Сейчас подъехали. Дистанцируются все-таки один митинг от другого. Они подходят. Ну тоже, я думаю, что под 1000 народу здесь есть. Кроме наших погибших ребят, Александр Нарымов был крайне тяжело ранен. Участковый милиционер.
Сотрудников службы Беркута, тех, кто был ранен в Киеве, вспомните их.